Головой в унитаз окунул заключенного сотрудник исправительной колонии. Так ослушавшегося арестанта, по нашей информации, воспитывал начальник оперативного управления ГУФСИН. Все произошло в колонии 17 в Советском районе. Инцидент, видео которого распространило информагентство НГС-24, начался с мательных требований Сергея Слепцова, занимающего руководящую должность ГУФСИН. Он заставлял заключенного убрать территорию. Последний отказывался, что и привело к наказанию в туалете. В краевом ГУФСИНе комментируют ситуацию сухо и осторожно. По видеоматериалам, размещенным в сети интернет, руководством ГУФСИН России по Красноярскому краю назначена служебная проверка. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.